Ребятки, всем привет! У нас сегодня уже 3 декабря. Я с утра января. Буду. Ой, января, да, ёшкин кот. Я делаю блины. Блины на завтрак. Пупырчатые с дырочками. Ням-ням. Вот такие блины, ребятки. Вкусные. Вот они, с дырочками. Очень вкусно. Ням-ням, ребятки, ням-ням. Саня, вкусно? Конечно. Очень вкусно. На здоровье. Ребятки, всем привет. Сегодня у нас 3 января. А, я уже здоровалась же с вами, ребятки. Ну, ничего страшного. Вот я вышла. На улице очень тепло. Прям очень. Даже не знаю, сколько. Ну, вот смотрите, в тени. Плюс 20 градусов в тени. 3 января. 3 января. Ночью морозец видно был. Ну, не морозец, но холодно, а днем. Вот такая жарища. Жара просто. Мы вышли погулять, выходим, да, мам? Угу. Угу. Мамочка сама с палочкой. Саня там ждет. И Вера тоже. Ой, у нас пчелы летают. Пчелы. Угу. Давайте. Все. Погулять? Да. Давайте. Погода. Осторожно по этим камушкам, Саня. Резко не делайте. А я буду дома убираться. Нет, Саня. Вот это резко, если не поворачивается коляска, и не нужно. Ой, а что так мутно? Солнце, смотрите, как светит. Все, давайте. А Вера со своей, да, Лялечкой? Да, пока. Давайте. Арчи, идем. Идем, Арчушенька. Идем, Арчуша. Пойдем. Гуляйте. А я буду дома сейчас весь намывать хлоркой. Обожаю хлорку. А ты будешь со мной, да? Помогать мне будешь? Помогать будешь мне? Помогать. Ну что, погода какая хорошая, да? А, котик? У меня здесь нужно будет убраться. Вот здесь все. Вот эта чашка, это все после гриппа. Вот, как положила вот здесь, так и все у нас лежит. Все, слава тебе, Господи, мы выздоровели, слава Богу. Но это все нужно убрать, и здесь везде. Везде все разобрать. Везде все по местам брать, все в порядок привести, чтобы все было чисто и красиво. Хорошо, мам? Погуляли, да? Да. Подышали. А я здесь кое-что увидела. Улетела? А, улетела пчела. Пчелка летает. Тепло, ну да. Ага. И пчелы, и мухи, все летает. Угу. И мухи, и вонючки. Угу. Вон что творится. Январь месяц. И пчелы. Бедненько ищет, куда ей. 3 января. Угу. 3 января, ребятки. Ну? Да там уже ничего не осталось в этой розочке, пчелка. В розочку залезла и нектар собирает. Пчелы летают. Да? Пчелки. Да, там тоже розочка вот эта красная. Ага, тоже. Вот летает. Улетела. Здесь все разобрала. Все убрала. Теперь цветок промыла. Видите, декабрист это уже вот он отцветает. Уже столько бутонов было.
Сейчас я весь горшок промыла, листики промыла. Вот, и сейчас хочу промыть стекла. Вы бы видели, какие они заляпанные. Полностью их дверь, и здесь, и там. И протру все подоконники. Вот, так что буду заниматься, ребятки. Заниматься. А что с пылесосом? А зачем ты? На место плохо садится. Саня убирает лишнее одеяло. Там все пылесосит. Вот так все вакуумирует. Конечно, не пойдут эти штуки с фикс прайса. Они все равно. Вот одна штука, остальные все равно сдуваются. Да, Сань? Да. Все это туфта. Ненадежная. Ненадежная, да. Мама на улице. Рома с мамой. Вот, сейчас мы все, здесь Саня быстро уберет это, я приготовила в ванной все, и мы мамочку будем купать. Приготовили все чистенькое, постельку чистенькую все заменили, и будем сейчас купаться. Все? Давай мы потом это сделаем, потому что уже маме больно там сидеть, не нужно вот это, в сторону убирай. Все, искупались. Чистенькие. Так, держи. Спасибо. Давай, крути, мам. Крути сама. Вот так. Педали. Да. Крути педали, да, правильно. И машься. Машь лицо, потом руку левую и руку правую. Хорошо. Вот так. А потом уже ложись. Ложись, здесь все чисто. Спасибо. Ага, давай, все. Смотрите, ребятки, какой закат красивый розовый, да? Красота какая. Время 5 часов вечера. Ого. Ну еще. Вот, а мы кушаем. Мусенька ест. Кушает. Кушает Мусенька. Да? Это Басик. А, Басенька. Басик Иванович я ест. Я только знала. Басик я Иванович. Я просто по глазам знала. Ага. Я его только кушай, что кушай, Басик там. Иванович, кушай. Ребятки, а я сейчас буду делать обед. Лук, редька маргеланская, морковь. Перец болгарский, мясо и картошка. Сейчас обжарю мясо. Ой, ребятки, уже почти что половина съели. Вот такая вкуснятина. Подливочка. С бадьяном. Видите, вот он. Очень вкусно. Ребятки, это уже следующий день. Я жарю котлеты. Сейчас сделаю на 3 сковороды. Нажарю. Достала новый маленький казанчик 3-литровый. Смотрите, какой хорошенький. И вот котлетки уже у меня практически готовы. Сейчас я их буду складывать. И вот в этот маленький-маленький казаночек. Смотрите, какой он маленький. Хорошенький. Вот, ребятки, вот такая вкуснятинка получилась. Ну, целый казанок. Сейчас гарнир сделаю и будем есть. Ребятки, открываю в первый раз в этом году. Ну, вообще, в 2023 году и вообще еще не открывала. Делала же ведь перец донганский в томате. Обалденно вкусно. Очень вкусно. Наш, собственно, выращенный. Помните, я его рассады делала. О, ребятки, батарейка садится. Кирдык-пердык, все. Ой-ой-ой-ой-ой. Видите, как я много набиваю банку, чтобы было много перца. Ой, как, ребятки, это вкусно. Ну, все, здесь 14 секунд, 13, 12. Все, пошла ставить на зарядку. Ой-ой-ой. Вкусно? Вкусно. Вкусно? Вкусно? Угу. Здоровье ешьте. Вкусно. Вообще. Перчик вообще супер. Вкусный, да? Угу. А я еще этот открыла. Кушай, Настюша. Вот это вот открыла. Макашечка. Зелень. Вкусная. Ешьте. Да включай, Сань. Мультики смотрит. Ешьте на здоровье. Ребятки, всем привет. Всем привет. Видите, что закончились праздники. Все, мы теперь ходим. Да, Ром? Мам, включи, говорит, дорожку. Я буду ходить. Ну, давай. Арчи, нельзя. Ходи, потом я после тебя. Давай.
Всем привет. Всем привет. Ребятки, с праздником вам, с вас, с Рождеством Христовым. Самое главное, всем здоровья крепкого, чистого мирного неба над головой. Самое главное. Самое главное, всем здоровья. Да, и чистого мирного неба над головой всем. И Арчушенька, да, поздравляет? И Арчушенька. Ребятки, сейчас. Ребятки, мы целую неделю просто гоняли балду. Просто, да? Мы валялись, смотрели телевизор, готовили, убирались. Сидели дома, никуда не выходили, никуда не выезжали. Просто были новогодние каникулы. Отключили камеры, отключили все. И просто находились дома с семьей. Вот правда, да? Вот? Да. Ничего. Сейчас вот завтракать. Саня, в школу когда? В школу когда детям? У нас, кстати, 12 числа школа. А будет дистанционка или онлайн? Нет, сказали в школу. В школу, да? Да. Вот этот весь закончился, говорит, нет, не знаешь? Ну, еще нет, пока да. Неизвестно. Еще неизвестно, ребятки. Вот. Вот так просидели мы дома. Никуда не выезжали, ни в Краснодар, никуда. Кстати, нам нужно будет скоро съездить в Краснодар, потому что у нас скоро начнется ремонт. Вот. Все, никаких изменений, слава богу, вылечились от этого гриппа. У Сани остался остаточный кашель, чуть-чуть, вот бывает, редко, вот это, вот это. У меня как будто ничего не было. Фу. Вот, мама тоже хорошо, дети тоже хорошо. Вот, у нас, кстати, сегодня на улице очень сильно похолодало. Вот сегодня, 7 января, на улице плюс один, вы представляете, плюс один. Но ночью были заморозки. Потому что я кофе пила на улице в кружке, в кофе замерзший. Что ты смеешься? Очень сильно похолодало. А что нет? Плюс один. А что нет? Извини меня, плюс 20 было и плюс один. Это нет? Перепад какой? Позавчера было плюс 20. Вчера было плюс 8. Сегодня плюс 1. То есть температура, да, резко упала. Ладно, у нас Танечка, вот бабуська, кастрюлька, сейчас прислала на WhatsApp. Минус 39, вы представляете? А что так вообще? Я говорю, вы там живы? Минус 39, как на севере. Какой-то большой арктический циклон пришел и резко похолодает во многих областях России. Ребятки, у вас тоже так? Я представляю, в Якутии что там? Я, кстати, вот на эти каникулы, да, новогодние, я сидела и смотрела в Ютубе Якутию. Это так интересно. Это там... Там вообще, ребятки, вы представляете, там как холодно, там бывает до минус 70. А еще там есть такая рыба, которая там даже дорогая. Нельма, да? Да. Нельма. Я даже не знаю, что за название такое. Омуль, чир. Вот как у нас спрашивают, Люба, а что это за рыба, толстолобик? Также мы не знаем, что такое омуль, чир, нельма. Но она вот там в Якутии есть такой рынок, который все блогеры, я даже не знаю, блогеры туда как едут там вообще, только летом. Кстати, летом там выращивают морковку, лук, лето там нормальное, но оно недолгое в Якутии. Но представляете, какой зимой холод? А как глаза не замерзают, вот это мокрое место в глазах, Сань? Как оно, знаю, не, вот как оно не стеклянное не становится? Минус 52 это? На рынке он снимает вот рыбу вот эту вот. Просто, я даже не представляю. Короче, эта рыба, она 10 тысяч стоит, представляете? Килограмм. Я не знаю, там вот, там они как бревна лежат, эти рыбы. Они просто стоят. Там еще есть мясо этого, подожди, оленя. Мясо оленя продается на рыбке, на рынке. Мясо жеребенка, господи, еще там печень. Цены, конечно, там в Якутии, по-моему, самые... Вот Якутия, Камчатка, цены, по-моему, знаете, самые такие, которые... Космос. Как будто не в России живут люди. Я не знаю, может, там зарплаты другие, то, что север. Но цены там вообще очень дорогие. Я не представляю, какие цены на фрукты. Вот сейчас какие цены на фрукты. Но вот эта рыба еще, знаете, что делает? Ее как-то ножом сверху донизу вот так ножом делают. Она такая как вот, жух, как масло такое вот, жух, вот так. И ее сырую прям едят, соль делают, перец, еще что-то делают, и вот так едят. Короче, ребятки, я на каникулах была в Якутии. Супер пупок, супер вообще, и я не представляю, сколько там за газ платят люди, потому что, чтобы отопить дом или квартиру, это надо, я не знаю, что при таком холоде. Так что вот так, ребятки, я была в на Якутии. На самом деле, суровый край. Вот в этом плане, действительно. Очень холодно, очень. Я говорю, еще мы жалуемся здесь. Ну, у нас, ну, мы-то здесь живем, да, тоже вот холодно, плюс один. Ну, конечно же, с Якутией там, ребятки, тут...
Я не знаю, как глаза там, там даже ресницы, представляете, вот так белые у людей, вот так вот. А на рынке как стоят, я не знаю, какая это должна быть одежда, я даже не представляю. Мы до сих пор ходим в кроссовках, тоненькие у нас куртки, и толстую куртку свою теплую я еще не доставала, потому что она у меня прилип. Ну, вот так вот. Ребятки, я буду закругляться, буду все, начиная с завтрашнего дня снимать, все будет как по плану. Дали себе расслабон на недельку, все. Отдохнули. Отдохнули, все. Да, полностью. Вот, и начинаем снимать, продолжаем жить. Вот, кстати, скоро будет интересное видео у нас. Я в Телеграме писала уже, некоторые, многие понимают про что. Скоро будет у нас на YouTube. Так что, ребятки, всех с праздником, всем чистого мирного неба над головой и крепкого-крепкого здоровья. Остальное все приложится, остальное все будет. Всем еще раз с праздником большим. Все-таки это Рождество. Да. Великий праздник. Да. Все, ребятки, всем спасибо, всем пока-пока. Всем пока. Пока-пока, ребятки.